Привет ребятам из Nutriair. Вы знаете, что я давно сотрудничаю с этими чуваками. Сейчас я вам буду рассказывать про ваш незаменимый спутник, если вы, например, занимаетесь спортом или просто хотите улучшить свою жизнь. Ингалятор сделан из США. Ноль никотина. Натуральные ингредиенты. Не вызывает привыкания. Лаборатория аккредитована FDA. Веган-френдли. Это индивидуальный ингалятор, который сделан в Штатах. И это абсолютно безтабачный продукт. Но эти штуки можно вот так вот открыть. Посмотрите, какая матовая красивая упаковка. Посмотрите, это сделано из металла. Слышите? Итак, это сладкая дыня. Она как раз-таки направлена на тех людей, которые хотят бросить курить. Это в моем случае. Например, я вам сразу скажу, что да, я курильщик. И да, сейчас я не принимаю абсолютно никакие витамины и БАДы, просто по причине того, что это довольно сложно заказать в Грузию в том числе, а в Россию тем более. Но ребята находятся в России, и вы можете заказать эту продукцию на Wildberries, либо на их официальном сайте. Давайте подробнее поговорим про те, которые мне пришли. Итак, сладкая дыня. Nutriair Sweet Melon. Ингалятор со вкусом сладкой дыни для тех, кто хочет бросить курить. Идем дальше. Слип. Слип, конечно, с мелатонином. Мелатонин мне еще не нужен, потому что сейчас день. Но на ночь почему бы и нет? Nutriair Sleep – ингалятор с мелатонином для ускорения и облегчения процесса засыпания. Сделайте вдох в течение 3 секунд перед сном и после незапланированного пробуждения. Повторять по мере необходимости. Не используйте за рулем, а вкус у него – чай Earl Grey. Эти ингаляторы нельзя дуть просто постоянно. Так это не работает. Это просто ваша палочка-выручалочка. Например, на ночь почему бы не добавить себе немножечко мелатонина, естественного гормона сна. А дальше мой самый любимый, Performarks. Надеюсь, что я правильно произнесла. Он такой, как будто бы немного с лавандой. Смотрите, тут, конечно же, такая штучка есть силиконовая. Это уже версия поменьше, но тоже такая матовая, очень приятная. Nutriair Performax – индивидуальный ингалятор для повышения сексуальной активности и выносливости. Ингалятор для улучшения сексуальной активности, который можно использовать ежедневно или когда вам нужен дополнительный сексуальный стимул. Можно принимать на регулярной основе, легко помещается в карман. А вкус у него, как я уже и говорила, лаванда. Performax работает, ну, что-то типа для усиления либидо. Почему бы и нет? Тоже приятная очень штука, например, знаете... Есть такое желание иногда после секса полежать, покурить. Но зачем это делать? И это не всегда уместно. Зато можно просто использовать офигенный натуральный ингалятор и даже дать своему партнеру, потому что здесь только натуральные ингредиенты качественные используются. И, конечно же, моя любимка, я ее уже заказывала. Вот эти, на самом деле, я впервые пробую, а вот эту я прям заказывала и заказала еще раз. Это Energy. Всегда перед тренировкой я делаю примерно 5 вот таких вот вдохов. Ингалятор с кофеином и таурином, который будет держать вас в тонусе в течение всего дня. Nutriair Energy улучшает умственную способность, концентрацию внимания и помогает бороться с усталостью. Здесь находится кофеин, экстракт гуараны. Можно я посмотрю, ребят? L-тианин. А еще витамины группы В. На самом деле это офигенная штука. И я очень с радостью потребляю витамины в виде ингаляторов. Я знаю, что многих заинтересовали эти штуки. Обязательно попробуйте. В наличии еще появился Sleep XXL на 800 тяжек. На самом деле, не в первом видео я рассказываю про эти офигенные штуки. Так что пробуйте. Мой выбор был, повторяю, Sleep, бросить курить, сладкая дыня, Performax для игривых самых моих подписчиков и, конечно же, Energy.